Здесь мы видим уже вот продолжение прочищенного канала. Здесь что было произведено в Кирове? Прочищена труба, произведен ее ремонт, сварочная работа произведена, существующая труба диаметром 1000 и переходит к железной дороге. Эпопея с восстановлением водоотведения поселка Восточный наконец-то сдвинулась с мертвой точки. На протяжении почти 10 лет жители страдали от ливневых паводков и поднятия грунтовых вод. Основной причиной бедствия стало засорение или разрушение когда-то действующей системы каналов. Как пытались приготовиться, но ничего не получилось. Все залило. Поднимаем, свои труды влаживаем, а урожая не получаем. Урожай уходит все под воду. Уже какой год? Нам власти говорят, что будет сделано, но ничего никогда не двигается. Проблемой плотно занялась действующий депутат городской думы от 15-го избирательного округа Елизавета Славина. На протяжении нескольких лет проблема выдвигалась на общественные слушания. С вопросом водоотведения депутат выходила на региональный уровень. 2017 год стал переломным. Мэрией города заключен контракт с подрядной организацией «Амурстройальянс», которая взялась за восстановление водоотвода в поселке Восточный. В рамках контракта провели очистку и восстановление каналов по улице Кавалерийской, переулку Алмазному. Работа выполняется. Были выполнены в районе КНС, положены две трубы диаметром 600, прочищены две трубы в районе улицы Советской. Вода ушла почти на метр, ушла с озера. После обильных осадков уровень воды между озером и водоотводным каналом, расположенным вдоль железной дороги, сравнялся. Работы пришлось приостановить. Мэрии уже выслан запрос на разрешение осуществить прокол либо в районе КНС, в этом случае воду отведут в район болот неподалеку от логова Скорпиона, либо в районе улицы Советская, тогда вода будет уходить в пойму реки Бера. Перепад высот от КНС до по улице Советской почти 5 метров. Вода будет уходить. Отметим, что контракт с подрядной организацией действует до 1 октября, и по заверению чиновников, в случае получения положительного ответа от РЖД, десятилетний вопрос с подтоплением поселка будет решен уже в этом году. 2017 стал знаковым и для жителей района Биробиджан-2. Другая подрядная организация завершает восстановление каналов, но жители отмечают, что вода стремительно уходит уже сейчас. Тихонькая, Юбилейная и ряд других подтопленных улиц буквально через неделю вздохнут спокойно. Вот таким непрерывным потоком утекают последствия паводков с района 2 Биробиджан. Надеемся, что в скором времени из поселка Восточный также весело будет утекать вода. Вячеслав Пасманик, Кирилл Богаченко, Новости 21.